плюс 8 градусов в данный момент у нас. Больше тонны компонентов донорской крови понадобилось для лечения пациентов областной клинической больницы с начала года. Основной потребитель – центр хирургии. Следующий по объемам – ковидный моногоспиталь на 670 коек. Ковидные пациенты, у них также имеется нарушение свертывающей системы крови, которая усугубляет кровотечение тоже. Но мы стараемся большой запас сделать, потому что, чтобы бесперебойность была в операциях. Острую необходимость чувствуют и в нейрохирургическом, и в гематологическом отделениях. Для нормальной работы последнего на месяц нужно 30-40 литров крови. Пациенты нуждаются в заместительной терапии донорскими клетками. Если у них будет недостаточное количество факторов свертывания, то, соответственно, их жизнь будет очень неполноценной. В отделение гематологии Дмитрий попал еще в марте, и начался интенсивный курс лечения. Кровь много раз капали, и было очень-очень даже легче становилось. Как сейчас себя чувствуете? Сейчас себя, да, вообще шикарно. Помощь таким пациентам в том числе начинается здесь, в центре переливания крови. В среднем тут в день могут принять около 150 доноров, примерно 70 литров крови. Процедура стандартная. Сначала письменный опрос донора и медосмотр. Если все в норме, укладывают на кушетку. Сам забор крови занимает максимум 15 минут. РОКБ сейчас в должниках перед региональным банком крови, но лечить пациентов надо. И помочь восполнить запасы донорских компонентов решили депутаты и волонтеры «Единой России». Раньше я сдавал по личной необходимости, но теперь я понимаю, что и мои друзья по волонтерскому центру, и я сам, мы будем делать это как можно чаще, ну, исходя из наших возможностей. Участвую в сдаче крови для областного клинического госпиталя, для конкретных людей и целей, потому что коронавирусная инфекция, к сожалению, как все мы знаем, вызывает ряд обострений хронических заболеваний, и большинству пациентов требуется донорская кровь. Здесь же из донорской крови производят три основных компонента – эритроцитную взвесь, свежезамороженную плазму, концентрат тромбоцитов. Все это перевозят со станции переливания крови в больницу за 40 минут и спасают жизни тяжелобольных людей. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов. Первый ростовский.